Заявки отправлены в Москву. Более 200 человек отобраны от Тюмени для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов. На прошлой неделе 700 юношей и девушек прошли предварительные туры. Они выступали с презентациями и отвечали на вопросы экспертов. В числе претендентов не только представители Тюмени и области, но и студенты по обмену из Ганы, Бангладеш, Боснии, Герцеговины, Германии. Творческие и спортивные направления оказались самыми востребованными. Абсолютно разные ребята заявлялись. Есть ребята, которые уже имеют историю и историю проектную. Есть ребята, которые только сейчас начинают свой какой-то творческий путь. И творческая площадка, она имела максимальное количество заявок. И это было порядка 500 заявок, которые были поданы. Всего квота, соответственно, Тюменской области – это 200 человек, которые поедут. Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи и соберет 20 тысяч участников из 150 стран мира.